Первым днем рождения представляется слово председателя областного совета «Динамо» Салатников Александр Анатольевич. Выбрал правильный вид спорта для себя, и это для вас, этот диплом уже, как говорится, аванс на то, чтобы вы в дальнейшем занимались этим видом спорта, это все в жизни вам пригодится. И в канун праздника, в канун нового вашего, может быть, года, я имею в виду учебного, в этом в вашем виде спорта и в этой школе хочется на память, значит, вручить диплом. Значит, надо подсказать. Пастухин Иван. Ваня, Пастухин, Ваня. Ваня, ты хоть диплом получишь. Ваня, тебя вызывают, дорогой. Сдельник Иван. Сдельник Иван. А Ивани нету, он уже распал. Внимательно слушайте. Давай, выходи. Молодец. Мамочки учишь. Ботнер Степан. Степа, быстрее. А руку пожать, Степа. Гордиенко Гриша. Гриша. Гриша, Гриша. Евтухов Владислав. Так, тихонько. Давай. Лепин Андрей. Кобзар Дмитрий. Кобзар Дмитрий. Дима, давай быстрее. Еще не надо. Данилка. Коваленко Роман. Мужественную руку уже жмут, это уже старается. Светлана Владимировна, теперь внимательно слушаем свои фамилии. Диплом получается Радченко Геннадий. Яна. Александр Мельский.
Макарову Кириллу. Сычеву Эдуарду. Соколенко Алексею. Каченко Данил. Нет, я его могу передать. Коротенко Владислав. Нету кого? Костенко Михаил. Светала Иван. Верховский Денис. Уже забрал. Богатырь Ян. Да. А Антон Юрьевич сейчас вручает, послушали дальше, что-то... Золотый пояс Поливанову Антону. Оранжевый пояс Красуде Анатолию. Оранжевый пояс Онищенко Денису. Золотый пояс Федченко Владислава. Оранжевый пояс Попову Александру. Переходной красный пояс Марутину Ростиславу. Переходной красный пояс Мажука Игорю. Красный пояс Бабуш Евгений. Красный пояс Краснюкову Евгений. Красный пояс Микитченко Максиму. Красный пояс Сергеенко Дмитрию. Красный пояс Калошину Денису. Желтый пояс Прах Денису. Красный пояс Микитченко Максиму. А вы получили? Перед одной синий пояс Новикову Ивану. Желтый пояс Габзарь Сергей. Красный пояс Коломеец Денис. Тихо, внимание. Господа, кто не получил сегодня пояс, в мае месяце сдает экзамен, и через год вам всем получат те же дипломы. Понятно? Но надо что, вот учиться. А если у нас есть такая приятная новость для наших родителей. То есть, на школе занимаются как дети, так и к ней папа. Да? То есть я хочу выразить Сычеву Юрию за активную участь в розыгрыше правовой культуры в Украине. Также у нас есть Коваленко Ирина, за активную участь в розыгрыше правовой культуры в Украине. Также у нас есть уже мама в нашей школе, папа Олег Макаров, Олег, за активную участь в розыгрыше правовой культуры. А его мальчик стоит в строю. Хочу поздравить вашей маме Микитченко Игоря с папой. Родителям. Да, есть мама, внимание. За активную участь в розыгрыше правовой культуры. Мама, вы где?
Давайте, мама, идите сюда. Максим в строю. А вас мы хотим отметить. А мы просто самые первые, как пришли постоянно. Мы раньше занимались, сейчас просто. Папа вернулся к живописи, молодец. Есть папа? Есть мама. Маме мы получаем. Переберем папу. Так, господа, а теперь немножечко внимания. Сейчас мы делаем коллективную фотографию вместе с нашими преподавателями, гостями, да? Значит, становимся младшая группа сюда, средняя сюда, старшая сюда, гости в середину, да? Делайте вот так, младшая группа сюда, идем туда, на фоне знамени, да? Так, средняя. Да. Нет, давай сюда, да. Давай сюда.